Всем любопытным привет! Сегодня я буду разбирать рождественские и новогодние игрушки, декор из своей кладовки, которую я собирала последние несколько лет. Заодно буду украшать елку тоже. Так, это искусственный мех. Куда его применять, я буду думать позже. Вот такие пуансеты. Подставочки под кексики, капкейки. Керамический Дед Мороз, который надо мыть. Так, это. Декоративная накидка. Она не новогодняя, но использовать ее я хочу только, мне интересно, в Новый год. Думаю, подделка, она будет смотреться хорошо. Ну, такие цвета, такие стразы использует Индия. Они любят такие вещи. Да. У нее тоже есть свое место. Это скатерти. Ну, как раз можно большой стол, сменный. Винтажная скатерть. Хлопок со своими салфетками. Ни разу я их не открывала, но в этом году использовать не буду. Так. О, это рождественский новогодний кейк-стенд. Вот такой. Это для тортика подставочка со своей крышечкой. Уже второй бин. Вот пару вещей достала и уже в две коробки пустые. Вот такая сцена. Чисто американская тема, афроамериканская тема. Но это я на продажу выставлю, так что это пойдет сейчас мыться, приводиться в порядок и на продажу. Это фарфоровые куколки, игрушки на елочку. Пока сейчас отложу, чтобы потом начать украшать мышонок, лыжник. Есть же год мыши, да? Вот такой отложу. Веночек на дверь. Ну, тут батарейки нужны. Это носочки на камин. Медвежонок и лось. У нас еще один носок есть, его буду использовать. О, это винтажные, вырезанные из дерева и раскрашенные. Вот 86-й год. Тут подпись есть. Автор, кто разукрашивал, вырезал.
Я сейчас буду развешивать игрушки. Тут есть антикварные, винтажные, новые, вперемешку. Новых очень мало на самом деле. В основном игрушки стеклянные, из натурального дерева. Твердый пластик. Подходит с моей блузкой. Май, покажи. Это олень, которым в карманы кладут конфетки. Это год кролика или кота. Вот кролик. У меня целых два кота. Вот такая семейная парочка. Муж с женой. Достойное место под елочкой займут. Пошли дальше. О, мой любимый винтажный Дед Мороз. Так. О, музыкальный шар. Из соломы и папье-маше. Красавчик! Так, это итальянская игрушка Дева Мария. Опускаю эти игрушки. Свечка. Дело дошло до свечек. Вот такие красивые крисмасовские свечки. Конечно, будем зажигать. Это на елочку ставить. Это рождественская сцена, она сделана из керамики.
малышом здесь. Сейчас мы все это расставим, я вам потом покажу. Рождественский шар такой. Он музыкальный. Все. Thank you.